Всем привет! С вами, как всегда, я, Хоноси. И в этом видео, как вы уже могли понять по превьюшке или по названию видео, будем пытаться играть в паркур, не используя VSD. Но вы спросите, что мы тогда будем использовать вместо кнопок управления. Ну, как бы, как ходить там, как рулить, все дела. Вместо этого мы будем использовать стрелочки. Также по индикатору, нажатием кнопок мыши с левой стороны экрана, посередине вы можете увидеть, что вот я не нажимаю VSD. Будем мы управлять камерой и ходить именно на VSD. Ой, ага, не будем их, короче, использовать. Будем ходить только на стрелочке. Вот. Мышкой, не знаю, мышкой у меня не получится вообще, наверное, управлять нормально. Потому что, чтобы мне нажимать все вот эти вот кнопочки, пробел, ну, мышку почти не получится использовать. Поэтому, опять же, все, думаю, будет зависеть от стрелочек. К сожалению, мне надо будет перебиндить, видимо, кнопочку. А именно вот этот Dash, Charge, как он в новом обновлении называется. Вот. Вопрос только, на что его перебиндить. Он у меня стоит на Char. Я могу поставить его на Shift, в принципе, вот этот. Right Shift. Типа. Да, все работает. Ну-ка, попробуем сделать long jump. А, я нажал на Enter. Nice. О, ну-ка. Так, ну, long jump уже сделали. Уже половина всего сделана. Так, давайте, пожалуй, камеру от первого лица поставим. Потому что, я думаю, так будет удобнее. Так, давайте попробуем спуститься как-нибудь. Отлично. Так, вроде бы я не нажал ни на какие VSD. Я, конечно, не это. Могу, может быть, нечаянно нажать. Вы меня за это заранее извините. Так, надо попробовать, может, сделать дроп дэш. Просто дроп, я не помню, как он точно называется. Найс. Еще раз. Ой. Тихо. Блин, из-за того, что я не могу управлять нормальной мышкой, это проблема. Давайте как-нибудь вот так выставим. Попробуем. Да. Что-то непонятно, как я это должен пока сделать. Ладно, давайте все же попробуем не такое сложное что-то. Например. Так, ну смотрите. Этот граппер дэш довольно легко делать. Давайте попробуем вот сюда обратно забраться. Окей, это у нас получилось. Только мы немного не в том положении. Блин, а как мне выклинку сделать? Только сейчас что-то подумаю. Так, о, найс. Поменяли чуть-чуть положение. Теперь мы заберемся. Тихо. Нет! Ах, тяжело. О, тихо. Хорошо. Все, полетем. Ну, я вообще смогу сделать хоть какой-нибудь walking boost, интересно. У меня этот стоит. Сейчас буду киберспортивно. Так делать. Ага. Так, давайте пойдем попробуем вот на это здание забраться. И сделать там, вот на этой верхушке, ну, вы видите, вот это здание, там сделать этот, как его, Walking Boost. Мне кажется, Walking Boost нереально будет сделать, а хотя, если попробовать использовать Air-ку, ну, не знаю. Не, мне кажется, так не будет работать. Слишком долго.
Коротко о всех новичках. Просто крутятся и пытаются сделать. Я реально себя каким-то нубом там ощущаю. Жестким, хоть и так не особо круто играю. Тык. Понял. Ой, это тяжело, ребята. В общем-то, я тут такую идейку топовую придумал. Мы попытаемся пройти туториалы. Я так понимаю, Advanced Tutorial нам не по силам, так как мы не можем делать Weapon Boost. Поэтому пойдем на обычный, собственно говоря, начало элементарное. Здесь тоже вроде бы должны справиться. Так. Ага. Так, ну здесь вполне получится, да, например, использовать. А! Не понял. Будем. Отлично. Стрельба. Легко. Хорошо. 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 Я не вижу. Я не вижу, куда падать. Так, стоп. Ой, я ничего не нажал. Сейчас, так. Отлично. Ну и long jump мы вроде с вами уже делали. Идеально. Не, ну мы киберспортсмены. Я. Мы. Все. Да. Это, конечно, бред полный. Те, кто играют на стрелочках, я просто им соболезную. Мне кажется, никто на стрелочках не играет. Гайо, видели? Почти забрался на этот танк. Тихо-тихо. Блин, почти. Еще раз. Отлично. Не, ну я киберспортсмен. Что могу сказать? Зато сильно играть надо учиться. Так, давай попробуем вот так. Вот так. Отлично. Теперь хочу дэш, например, двойной. Игра про дэш. Что, адреналин? Двойной я не сделал, но нормально. Тихо. Поехал, экшон. Отлично. Я нажал на ВСД. Все, капец. А это нереально сделать, так как я хотел. Наверное. Извиняюсь. Да, вот этот трюк можете не читать. Я нажал на ВСД. Ладно. Тихо. Там еще. Вот сюда. Если я еще раз нечаянно нажму, пожалуйста, оставьте комментарий с тайм-кодом. Обязательно посмотрю на себя, где я это нажал. Просто мне самому интересно, правда ли я все без ВСД тут сделаю. Тихо. Понял. Так. Так, теперь давайте, на самом деле, мне интересно поиграть с Магрейлом. Как бы не будем обзелять тех, кто играет с Магрейлом. Тоже интересно, как у меня получится. Так, давайте попробуем сделать. Ага, понял. Сразу говорю, я с Магрейлом не очень играю. Но, видите, что-то могу. Ага, ну уже что-то. Блин. Короче, давайте попробуем вот так. Это вообще нереально. Сейчас. Ой, тихо-тихо. Что за кибермовы?
Так, стоп. Тихо. Куда камеру верток? Ага. Сел. Куда, допустим? Это будет сложнее, чем с краплером тут. Тут же нету. О, ступеньки. Это для меня. Для меня ступеньки построили. Отлично. Отлично. Так, стоп, еще раз. Блин. О! Это все для новичков, я так понимаю. Блин, по-моему, раньше такого не было. Раньше надо было, по-моему, потеть. Чтобы куда-то, откуда-то выбраться. Может, просто тогда мало кто играть в него. Блин, я не могу даже просто вот сюда забраться. Это так тупо выглядит. На самом деле, наверное, скажу вам самим попробовать. Потому что вроде бы это прикольно. Ну, не надо долго. Потому что не каждому это... Нифига себе ездил, круто. Не каждому это интересно будет. Угу, отличное начало. Так. Можно попробовать улететь. Найс. Что? Фига, у меня MS-1 был. Фига, я жесткий. Ай. Понял. Не будем выпендриваться. Пойдем, как нам игра, скажем. А, надо было... О, тут эти есть трубы. Отлично. Какой-то геймплей новичка просто, я не знаю. Что это такое? Это прям, ну реально, вообще есть люди, которые настолько плохо играют, как я сейчас. Ну я понимаю, что я сейчас играю на стрелочке. Да что? Не могу просто рассчитать силы, чтобы отсюда забраться. Отлично. Так, давайте теперь... А, у нас же Магрея, мы могли... Или вот так сделать. Оп. Ой, извиняюсь. Имба. Так, здесь так. Не знаю, есть ли смысл нам туда идти. Почему-то двойной не сделался. Так. Мы в какой-то безвыходной ситуации. Я не знаю, что дальше делать. А, зиплайн. Ну, значит, на зиплайн. Так, зиплайн нас куда привел? Опять туда, где, по сути, все. А, нет, так. Отлично. Так, давайте здесь лонгджамп сделаем. Оп. Отлично. Нет, тут надо вот так как-нибудь. Не получилось. Тут давайте, может быть, попробуем что-то типа... Блин, я не могу дэш сделать. Короче, ладно, я понял. А, это просто невозможно играть. Я понимаю, что вообще, мне кажется, никто на стрелочках не играет. Но, блин, насколько это... плохо. Найс! Ну, тихо, нет. Найс. Отлично. Это имбовый трюк. Я просто... мощь. Вот, сальто сделал. Попробуем засейвиться. Вот об эту...
по зиплайну. Хорошо. Так. Тут какая-то прям безвыходная ситуация. Я не знаю. Кстати, давайте попробуем на этот, как его, на Мегрели спидвол сделать. Мне кажется, это возможно. Тихо. Мне почему-то так кажется, что возможно на стрелочку на Магрейде сделать спидвольт. A few moments later. Да не могу. Ну, что, как? Я же сделал. Что? 2000 years later. Хардкор лютый. Я это уже делать пытаюсь. Короче, ладно. Я так понимаю, что по-любому можно сделать спидволд на Магрейле, но что-то я не могу. Не знаю. Если у вас получится, напишите в комментариях. Также можете, не знаю, там, в личку мне написать в Дискорде, если у вас получится. Да? Ну, мне правда будет интересно, если у вас получится. Вот. О. Всем спасибо огромное за просмотр этого видео. Я очень сильно извиняюсь за такой большой неактив целый месяц. Если вы хотите больше видео в таком, скажем так, развлекательном контенте, то пишите об этом в комментариях, я это учту и сделаю, может еще что-нибудь похожее, может не такое, может еще что-нибудь, посмотрим. В общем-то, всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.